Чиполлино. Глава, в которой Чиполлино заставил сеньора Помидора пролить слезы. Кум Тыква много лет работал, чтобы построить себе дом. Но кирпичей ему хватило только на очень маленький домик. Мошенник, блуд, ты посмел построить дворец на земле бедных графинь Вишен. Мошенник, вор, кто это сказал? Это я, Чиполлино. Что ты здесь делаешь? Почему не на работе? Я еще не работаю, я только учусь. И что же ты изучаешь? В данный момент я изучаю разного рода мошенников. В этой деревне все мошенники. Но если увидишь какого-то нового, покажи мне. О, это очень просто, смотрите. Да как ты смеешь? Вот тебе!